Надо вывести на улицу, пока полиция не придет. Такой, то прям такой уверенный, прям вывести, да? Прям вывести. Да, 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 да. Ты такой уверенный, надо выйти, себе? Надо выйти, ты надо. Кулаком в грудь, что ли, бил? Нет, себе? Нет? Или головой ударился об стенку? Нет. Сегодня будет у тебя это какое? Триумф у тебя будет. Ну, в прямом. Узнаешь, что это, то, что не оплачено, тоже оформляется. Смотрите, если я себя в итоге вижу. Увидишь? Да, ну это с гарантией, это 100%. Увидишь. Убери камеру. А если не уберу, то что? Сейчас это отключили. А что свет отключили? Это подсобное помещение. А вот, но никаких надписей нету. А что свет отключили? Да это не они, это а они сами удивились. Ну ладно. Что, полиция вызывает? А что, не хотят общаться, что ли? А, нет, вообще не в меняшке. Да? Ну, да я говорю, детскую просрочку продали, она орёт на меня, выйди и все. Кто она? Да, ну, хоть знает, как там сидит какая-то. Где она? Ну, вон там. Не написано, что подсобное это, понимаешь? Это часть такого зала. Свет вырубился. Ну, в последний раз спрашиваю. Вот. Что такое-то, а? Мы полицию вызываем или все-таки нормально разговариваем? Так у вас аварийная ситуация, детская просрочка в магазине, конечно. Так вы выйдете сюда-то. Я здесь. Кто главный? Он? А директор-то кто? А там кто общался с нами? С женским голосом. А женский голос это кто? Да давай полиция, все. И че мы? Еще будет-то хамить там, а? Только на лишний рожок. А кто здесь директор? Светловолосая. Ну да. Ни в коем случае не звоните по этому номеру телефона 8-921-97-31-620. А вы директор? Я спрашиваю. Вы директор или секретарь директора? А вот у нас супервайзер данного магазина. Что случилось? Где директор-то? Директор, нет, я же вам говорил. Вон а женским директор. Голосом кто общался с нами? Рабочий. А? Рабочий. Кто? Да, рабочий? Да. Кричит прямо на покупателей рабочий так? Так она кричала. Имеет право такое делать? Она не кричала. Да? Я там был. Я ей говорю, детскую просрочку купили у вас. А где? Она купили? Говорит, выйдет. Конечно, купили. Да и вывели детскую просрочку. И вывели. Вот чек, вот просрочка. Посмотрим. Как так? Это не наш товар. Ну, конечно. Ну, половина нет. Так это мы выпили. Ну, зачем там выпили? Захотелось нам. Ну, так это его продукт. Товар качественный, а он оказался некачественным. Здесь сверху. Качественный товар, сказать. А рваные панцирцы? Рваные панцирцы где? Ну, покупатели. Ну, сразу покупатели. Но мы не можем заказать. Вот сегодня не успели поставить. А, это вот 2 недели тоже не успели поставить? Или месяц? Все нормально. Все нормально? Все нормально, да? Детей травить это нормально, да? Давай, 112, и посмотрим, все, что нормально. По 238. Не-не, уже хочу, чтобы на директора уголовное дело завели. Зачем? Что зачем? Да, пока подойдите, не заедите никуда, пока подойдите. Еще раз, чтобы магазин не торговал детской просрочкой. Спасибо большое. Несите пакет. Черный. Зачем? Обычный пакет черный. Для чего? Чтобы утилизировать? Или как? С полицией будем? А? Давай с полицией. Я с полицией хочу. Зачем полиция? Как зачем? Чтобы вы понесли ответственность. Полиция еще возьмет. Лайки по вашему оставили. Директор магазина. Не надо меня снимать. Руки убери. Снимай девочек на трассе. Судя по тебе, ты не девочка. Ты не в моем вкусе. Я не по мальчикам. 2 недели. Детское питание. Когда срок кушать? А когда это? 18 числа. Неделю не снимали детское питание. О чем речь? Работать. Хотите работать? Ну, сидите в тюрьме. Устрой на работу. 238-я статья уголовного. Зарплата 200 тысяч евро. Сойдет? Да. Устроишь на работу? Надо меня снимать. Снимай девочек. А я фиксирую. Что ты фиксируешь? Твоего общения со мной. Я с тобой не разговариваю. Ну не разговаривай тогда, не обращайся ко мне, снимать тебя не буду. Так я в мимо проходил, чего вы меня камеру? А зачем ты камеру мою трогал? Потому что я прохожу, вы меня... Без потому что, это мое имущество. Я не трогал. Я твое имущество тронул? Телефон какой-нибудь. Убираем от того, что...
Меньше трогать будешь чужое. И снимать никто не будет. А вы не можете целеустремленно собрать детскую просрочку, правильно я понимаю? И вот эти 2 недели детской просрочки, это свидетельство. Одну позицию, хорошо, не вопрос, мы нашли 3 детские. Я купил вот одну из них. Пиво просрочено. 17.05. Пиво нам приходит каждую неделю. Это, скорее всего, со склада нам приходит. 17.05. Оно в первом ряду стоит у вас, молодой человек. А это закончилось 9.05. Да ладно! А сегодня уже 24-е. А где был сотрудник и чем он занимался? Кирилл, ты папарацци нашелся. А нахамил, пиши заявление-то. Давай, если ты не терпила, пиши заявление. Вообще нормальный как-то? Нормальный. Ты напиши заявление-то. Вызывай сотрудников полиции, пиши заявление, если тебя нахамили. А я предоставлю видеозапись, как ты трогаешь мое имущество. Это уголовная статья. И давайте будут другие люди, в другом месте. Слышишь? Это первый магазин, который выключает свет у меня. Да, кстати, у меня тоже такое у него. Но я не уверен, что они специально. Специально, это специально сделано, поверь, конечно. Здравствуйте. Можно участковую, либо следственно-оперативную группу по адресу Невский проспект, дом 146. Магазин «Пятерочка» реализует детские товары с истекшим сроком годности. Невский 146? Да, литер А, магазин «Пятерочка». Мне продали сок для детей, предназначен для детей с 3 лет, с истекшим сроком годности. Хорошо, да, я попринимаю. Будьте добры, ваша фамилия, имя, отчество, кто сообщает? Все верно. Не трогайте пока это имущество, которое мы сейчас выбрали. Мы его. Вы еще не купили, извините. Да какая разница? Это в моей потребительской тележке лежит. Нет, хорошо. Это в моей потребительской тележке. А где ваш чек? Что мой чек? Это в моей потребительской тележке. Господа, давайте глупости. Не надо трогать. Не надо трогать. Нам применять средства самообороны против вас. А вот глупости, пожалуйста, не делайте. Пятерочка, это же 5X Retail, да? Тем более новый формат «Пятерочки», оно позиционирует себя о том, что у них нет просрочки. Ага. Нет, только то, что у вас по чеку. Ну, конечно. Да не только. Это в твоих мечтах. Это только в твоих мечтах, может быть. Не нет, тогда. Ты оформляй нужно с полиции подать в магазин? Сегодня будет у тебя это какое. Триумф у тебя будет. В прямом. Узнаешь, что это то, что не оплаченное, тоже оформляется. Смотрите, если я себя в итоге вижу. Увидишь? Ну, это с гарантией, это 100%, без вариантов. Еще как. И зрители оценят. Убери камеру. А если не уберу, то что? Матом не ори. Первое предупреждение. Матом ругаться? Не имеешь права. Нет, это не русский язык, за это... Я думаю, на своем тогда говорить. Ну, говори, у нас там есть переводчики, в принципе, они переведут. I can speak English with you, but you don't understand me. It's too difficult for ты думаешь, ты такой первый, что ли? Один единственный вот это, как в интернете, кто смотрит? Переведут еще, как мы попросим перевести. И люди с удовольствием переведут то, что ты скажешь. Кстати, холодильники сейчас вон выключены все, да? И, соответственно, весь товар, все пропал. Вот он. Все пропало. Здесь, там молочка, торты. Вообще просто детское, все можно сразу снимать и в помойку выкидывать. Нарушение температурного режима. Вообще красавцы. А вот там ГБРщики приехали. Да. Здравствуйте. У вас ничего. Мы даже не сотрудники магазина, поэтому у нас ничего не случилось. У нас все. Надо вывести на улицу, пока полиция не приедет. Как ты? Прям такой уверенный, прям вывести, да? Да. Прям вывести. Да, да, да. Ты да. Такой уверенный надо в себе? Надо выйти. Ты кулаком в грудь, что ли, бил? Нет, себе? Нет? Или головой ударился об стенку? Нет. Вообще просто поражаюсь над тобой. Чем? Вывести человека, где совершается административная либо уголовная статья. Здесь место преступления. Какое преступление? Тут кого убили? Детская просрочка продается у тебя в магазине. Ты в своем уме вообще, а? Сиди лучше, жди полицию. Еще просит ГБРщика превысить должностные полномочия. Ты в своем уме, что ли, а? Подвести его под уголовную статью. 203-я, превышение частным охранником. Зачем она ему? До 7 лет лишения свободы. Нормальный такой. Ты, наверное, реально головой ударился там. Споткнулся и ударился. Травмы нет головы никакой?
Матом не ори, еще раз предупреждаю. Будет написано заявление на тебя. Конечно. Возможно. Такой просто уверенный в себе просто. Лучше останьтесь, пожалуйста, с нами. Я вот лично, ну, я просто я не уверен в их неадекватности. Раз он уже матом здесь ругается. Опа. Да будет свет, сказал монтёр. Опа. Опа, опять выключился. Слышишь, это как электричество у них не работает. Видишь, холодильники-то включили. Холодильник. Чтобы не испортился товар, потому что иначе выкидывать его придется. Часть включили, часть да. Включили. Спецом. Да. Конечно, я тебе говорю, спецом они это сделали, потому что пришли, это как сняли детскую просрочку в магазине блогеры. Смотрите, ребята, вот из-за этого, сейчас весь сыр борса 17.05, вот этот вот, 6 месяцев, срок годности истек 18.05. Сейчас камера сфокусируется, вот 17.05, видите. Пиво, я думаю, что здесь, наверное, скорее всего, не увидите. Но поверьте на слово, что оно просрочено. Срок годности истек 17.05. Здесь срок годности истек, тоже поверьте на слово, 9.05. Здесь развакуум. Здесь тоже развакуум. Здесь, соответственно, даты дефростации нету. В общем, приехал Цезарь в магазин. Пятерочка на Невском проспекте. Сотрудник магазина. Прям такой уверенный в себе был. Попросил ГБР вывести нас отсюда из магазина. Прям вот я у него раз пять спросил, ты уверен в себе в этом, в этих поступках? Что ты будешь, что он хочет совершить? Он говорит, да, я уверен в себе. Головой не ударялся, шишки у меня нет нигде. Вот прям он кулаком в грудь бил, что сейчас нас выведут. Но Цезарь оказался сознательным. Вот, и не превысил должностные полномочия, не превысив физическую силу гражданам Российской Федерации и не пошел на поводу у торгового предприятия.